Вот начали с девочек, сейчас переходим на лечение и задержку полового развития у мальчиков. Тема достаточно актуальна, хотя распространенность, конечно, заболевания как такового популяции не очень большая, но пациентов, имеющих мальчиков, имеющих задержку полового развития в декретированные сроки, их, конечно, достаточно много, и к ним много вопросов возникает. Гипогонадизм – это сложное понятие на сегодняшний день. Это нарушение, ну, речь идет, значит, о мальчиках, это нарушение функции яичка, включающее снижение секреции андрогенов. Практически сложная система, она выделяет и мужские половые гормоны, тестостерон, инсулиноподобный фактор третьего типа, да, клетками Лейдига, секретирует ингибин B, антимюллерский гормон и производит сперматозоиды. Под нарушение всех компартментов яичка, нарушение всех функций андроген и инсулиноподобного фактора третьего типа или секреции сертоли, ингибина БМГ или сперматогена, или в комбинации, это, по сути дела, называется на сегодняшний день гипогонадизмом. Ну, собственно, клинические случаи, которые будут дальше представлены, речь пройдет об узком, так сказать, варианте, о врожденном гипогонотропном гипогонадизме. Существует у нас, вы помните, гипергонотропный или первичный, существует гипогонотропный или центральный и смешанный гипогонадизм. Более того, он может быть тотальный, который захватывает все оба отдела яичка и андрогенную функцию, и сперматоген, он может быть парциальный, когда страдает андрогенная или сперматогенная часть отдельно. Но вот в данные три пациента, которые будут представлены, они имеют разные варианты врожденного гипогонотропного гипогонадизма, то есть ситуация, когда нарушается, как правило, секреция гонадолиберинов гипоталамусом, реже секреция лютензирующего фолликулостимулирующего гормона гипофизом, ну и дальше, соответственно, по цепочке вниз нарушение секреции половых гормонов, отсутствие полового развития и бесплодия. Речь пойдет вот о таких врожденных вариантах. В чем, так сказать, интерес к этой проблеме, почему она очень и очень актуальна? Ну, если вот смотрели только что идет ЭСПО, и там масса докладов посвящены генетике и так далее, в этом году посвящены как раз гипогонадизму мальчиков. Ну, во-первых, конечно, то, что не касается этого доклада, это сложности в диагностике этого состояния. Все-таки нет четких критериев дифференциальной диагностики даже у мальчиков, не говоря уже о девочках, между вот конституциональной формой задержки полового развития, гипогонотропным гипогонадизмом, ну, худо-бедно гипергонотропный вариант и функциональные гипогонадизмы на фоне хронических заболеваний, конечно, они поддаются более легко диагностике. А вот гипогонадизм, гипогонотропный и поздний пубертат или там конституциональная задержка роста и полового развития, вот эти два состояния дифференцировать достаточно сложно. Нет четких критериев, нет четких лабораторных методологических подходов, поэтому всегда остается сомнение, есть у этого пациента гипогонадизм или это такой тяжелый вариант синдрома позднего пубертата, такая его конституциональная особенность. Что касается уже тех пациентов, у которых диагноз гипогонадизм установлен, ближе уже к теме доклада, не определен возраст начала терапии. Конечно, он очень тесно зависит от возраста, когда мы поставили диагноз. Если диагноз поставлен поздно, то терапия начнется поздно. Но даже если диагноз поставлен своевременно, все-таки продолжает обсуждаться, в каком возрасте мы должны инициировать терапию этих пациентов. Известен негативный эффект препаратов тестостерона на фертильность, но положительный эффект препаратов тестостерона на другие, так сказать, составляющие полового развития, вторичные половые признаки, мышечную массу, соотношение жировой и мышечной массы, формирование соотношения пропорций тела, то есть масса положительных эффектов и, возможно, негативный эффект на фертильность. Формально пациенты, имеющие гипогонотропный гипогонадизм, в сегодняшней ситуации потенциально фертильны в некоторых случаях, да, с помощью различных технологий, поэтому использование препаратов тестостерона, конечно, в общем, может носить отрицательный вклад в эту историю. Не разработаны эффективные схемы заместительной терапии, причем это касается как тестостерона, дозы, схемы и выбор препарата, ведь помимо инъекционных форм существуют еще и, так сказать, местные, локальные, кожные формы и так далее. Но и даже с тестостероном достаточно мало опыта, хотя с ним достаточно давно работают. Ну а что касается таких препаратов, как ХГЧ, особенно рекомбинантный ФСГ, то там еще, конечно, меньше опыта, и особенно это все касается детской популяции. То есть мало пациентов, мало опыта. Для терапии врожденного гипогонотропного гипогонадизма мы можем использовать препараты тестостерона, ну, понятно, конечное звено, то, что вырабатывает яички, хороший терапевтический эффект, хорошее развитие вторичных половых признаков, достаточно быстрое на фоне заместительной терапии, необременительные относительно инъекции для пациента,
положительное влияние на длину тела, формирование правильных пропорций тела, мышечную, жировую массу, риски сердечно-сосудистых заболеваний, но при этом, конечно, есть и определенные риски. Начиная, собственно, проблем, связанных с самим тестостероном, препаратами, высокая вариабельность в крови, а, соответственно, риски там, инфарктов, инсультов, гинекомастии, формирования, психологические проблемы при высоких дозах. Ну, а самое главное, конечно, то, что обсуждается негативное влияние на сперматогенез. Возможно использование аналогов гонотропин-релизинг-гормона, такие технологически это возможно, то есть помпа, в которой подается, так сказать, вот этот препарат аналог гонотропин-релизинг-гормона, но все-таки достаточно далеко от практической на сегодняшний день здравоохранения. Хронический гонотропин человека, как аналог тутонизирующего гормона, стимулирующий яички, и препараты ФСГ, ну, как правило, сегодня речь идет уже о рекомбинантном препаратах, рекомбинантной технологии ФСГ, то есть, по сути дела, то, что мы заменяем работу гипофиза, ХГ, это у нас ХГЧ, это лютонизирующий гормон, препараты ФСГ, собственно, сами за себя говорят, препараты ФСГ. То есть имитируем вот как бы стимуляцию яичка по двум направлениям. Андрогенная его часть ХГЧ и в какой-то мере сперматогенная часть и сперматогенная часть препаратами ФСГ. Вот хочу сказать несколько слов вот об этом понимании, почему тестостерон может оказать негативное влияние на сперматогенную функцию. Ведь у взрослого человека вырабатывается тестостерона много в крови, и при этом это только положительный момент для сперматогенной функции. Оказывается, когда идет формирование полового развития, первоначально все-таки первая стимуляция яичек осуществляется, скорее всего, за счет фолликулостимулирующего гормона. Фолликулостимулирующий гормон стимулирует пролиферацию клеток Сертоли. А дальше уже последующая секреция лютонизирующего гормона повышает тестостерон. Тестостерон формирует вторичные половые признаки, но блокирует пролиферацию клеток Сертоли, вызывая терминальную дифференцировку. Поэтому преждевременное поступление в организм высоких концентраций тестостерона возможно приведет к тому, что вот эта терминальная дифференцировка клеток Сертоли произойдет раньше времени. Это уменьшит вот, репродуктивный потенциал данного пациента, уменьшит наши возможности в последующем по улучшению его репродуктивной функции. Вот хотелось бы еще сказать, что не зря фолликулостимулирующий гормон секретируется в организме больше, чем лютонизирующий тестостерон. Ведь смотрите, период мини-пубертата после рождения секреция и лютонизирующая, и фолликулостимулирующая гормона. В нейтральном периоде гипоандрогения, нет ни ЛГ, ни тестостерона, сохраняется секреция фолликулостимулирующего гормона хотя бы на каком-то уровне. И дальше опять подъем сначала ФСГ, потом ЛГ в период пубертата. Поэтому все-таки, видимо, вот эта вот последовательность, этапность сначала ФСГ, потом ЛГ и тестостерон, она является достаточно важной для репродуктивного здоровья пациента. Не зря предприняты попытки так называемого прайминга, когда пациентов изначально начинают лечить с гипогонадизмом не тестостероном, не ХГЧ, а фолликулостимулирующим гормоном. Вот три, так сказать, исследования крупных: Рейвион, Двейвер и Ян, которые вот в 2007, 2013, 2005 году лечили своих пациентов предварительно рекомбинантным ФСГ, а потом уже присоединяли ХГЧ или там с ФСГ или тестостерон. И вот введение в разных режимах рекомбинантного ФСГ пациентам до начала терапии другими препаратами привело к повышению в конечном итоге ингибина Б как гормона фертильности, улучшению сперматогенеза во всех вот этих всех анализах, работах, которые были проведены. Поэтому, возможно, вот это тоже подчеркивает эту важность изначального действия фолликулостимулирующего гормона, а не тестостерона. У нас было три пациента, конечно, небольшое количество, но достаточно редкие пациенты, плюс и немаленькая стоимость препаратов, которые используются, плюс многократное введение в течение недели этих препаратов, в общем-то, во многом пациентов останавливает. Один пациент был с изолированным гипергонотропным гипогонадизмом, диагностирован достаточно поздно, в возрасте 16 лет. В таком возрасте он обратился с жалобами на отсутствие вторичных половых признаков. Долго мы этого пациента обсуждали, делали ему и пробы с дифирелином, исследовали ингибины, там, антимюллерские гормоны, генетику, алфактометрию, МРТ. Ну, все-таки сошлись на том, что все-таки скорее это гипогонадизм, может быть какая-то легкая такая вариабельная форма. Второй пациент, это пациент с пангипопитуитаризмом, тоже достаточно необычный, диагностированный поздно. То есть такое бывает достаточно редко. В 12 лет впервые вторичный гипотиреоз, потом чуть позже, через несколько месяцев, СТГ-дефицит и вторичный гипокортицизм, видимо, в ходе вот тестов с инсулином. И потом только через 4 года, после того, как были известны вот уже, так сказать, 3 дефицита, вторичный гипотиреоз, вторичный гипокортицизм и СТГ-дефицит, вот через 4 года только-только, так сказать, был поставлен вот гипогонадизм у этого пациента установлен. Ну и третий пациент, более такой, наверное, типичный, в 2,9 года сначала гипотиреоз, чуть позднее в 3,5 года
СТГ-недостаточность, потом чуть позднее вторичный гипокортицизм, и потом это больше генетически подтверждена мутация гена ПРОП1 была выявлена. А дальше был уже диагностирован уже у него, ну, гипогонадизм обсуждался у него достаточно рано, потому что рано выявлены другие дефициты, был микропенис, там исследовали ему антимиозский гормон на каком-то этапе, поэтому задолго до пубертата, вот у этого единственного пациента обсуждался, так сказать, наличие гипогонадотропного гипогонадизма. Пытались у этих пациентов в ходе лечения оценить антропометрические данные, шкалу полового развития по шкале Таннера, объемы гонад, гонадотропные половые гормоны, включая ангибин Б, антимиозский гормон, и смотрели костный возраст. То есть это конечные точки, которые мы смотрели на фоне проведения лечения, на фоне проведения... А что? Что-то у меня не работает. На фоне проведения лечения. Режимы тоже у пациентов были различные. Первый пациент, ну, во многом потому, что мы сомневались в диагнозе, то ли гипогонадизм, то ли такой затяжной, такой, как сказать, тяжелый поздний пубертат. У нас получил 3 инъекции препаратов тестостерона, то есть какая-то такая схема, которая используется при лечении синдрома позднего пубертата. Раз в 30 дней, 100 мг, 3 инъекции. Мы хотели посмотреть, запустится ли у него собственное половое развитие, то есть не пропускаем ли мы поздний пубертат вот в этой ситуации, не очень понятно. Вот были ему сделаны 3 инъекции, у него было хорошее развитие андроген-зависимых признаков, но яички остались маленькими, объемы их не увеличили, что еще раз убедилось нас в том, что, скорее всего, это пациент с гипогонотропным гипогонадизмом. Второй пациент тоже прошел через такую же систему стимуляции, потому что тоже были сомнения, есть выпадение гонотропной функции на фоне выпадения остальных функций. И третий пациент у нас избежал терапии препаратами тестостерона, сразу начинал лечение хроническим гонотропином человека, да, такой первый стимулирующий этап был. Далее всем пациентам был присоединен фолликулостимулирующий гормон, это были разные дозы, те, кто получал тестостерон, дальше перешли на хронический гонотропин человека. Тоже дозы различались, они титровались по уровню тестостерона, по мере, так сказать, продвижения полового развития эти дозы изменялись. Некоторые пациенты получали, кто-то из них ХГЧ раз в неделю, какому-то пациенту, значит, приходилось эту дозу раздробить, он получал дважды в неделю. Период наблюдения составил 19 плюс-минус 5,5 месяцев, каждые 3-6 месяцев пациенты оценивались на фоне проводимой терапии. Ну, вот что удалось, так сказать, проанализировать, все-таки это небольшая когорта пациентов, какие-то отдельные пациенты. Первый пациент, который начал лететь в 16 лет, получать сначала 3 инъекции сустанона, в 18 лет, так сказать, вот конечная точка, которую мы посмотрели. Он и начинал с высокого роста 174, оказался 188 сантиметров и практически опережал. У него было 2 стандарта отклонения, ну, правда, он вписывался в свой целевой возраст, в целевой рост вписывался, потому что родители у него все-таки были высокие. Костный возраст на момент старта отставал, далее несколько подравнялся, но все равно, конечно, оставалось отставание костного возраста, что вот немного волнует, потому что, конечно, высокий рост. Начинался стадии полового развития Таннер-1, P1G1. Достаточно быстро на фоне 3 инъекций у него продвинулось половое развитие, но к концу наблюдения у него была сформирована хорошая 5-я стадия полового развития. Объем гонад начинали с 1 см кубического, пришли к 9 см кубическим. Если, так сказать, оценивать по перцентильной кривой, объема гонад было меньше 2 перцентили, то есть патологическое, да, и пришли к 15 перцентили на фоне проводимой терапии. Тестостерон с 1 наномоль на литр до взрослой нормы 16, ингибин Б с 50. Такая тоже пограничная цифра, да, поэтому мы сомневались у него в диагнозе. 156, антимюллеровский гормон, наоборот, проделал путь вниз. То есть в итоге объем гонад по орхидометру увеличился в 9 раз, тестостерон, половое развитие достигло взрослого уровня, ангибин Б, как гормон фертильности, вырос в 3 раза и блокировалась выработка тестостерона антимюллеровского гормона. Ну, то есть предполагаем, что, конечно, оказался положительный эффект на его сперматогенные в будущем функции. У этого пациента, кстати, была попытка уйти вообще от лечения, то есть сомнения в диагнозе, и на этом фоне у него было опять падение тестостерона, всех с этим связанных функций, и опять возвращение к лечению. Сейчас он уже такой достаточно взрослый, старше там 22 лет, молодой человек. Значит, следующий пациент, начинали, когда ему было 16,3 года, все достаточно поздно, но, и мы помните, у него дефициты были поздно выявлены, другие, как ни странно, да, поздно и проявились. В конце, в конечной точке наблюдения через 21 месяц комбинированной терапии, в 17, практически 18 лет, он и был достаточно высокий, то есть гормон роста и тироксин работали хорошо, оказался более чем высокий, 184,5 сантиметра. Да, в положительном, был в отрицательном, перешел в положительный СДС роста.
опережал, ну, находился практически в целевом росте, был в нижнем диапазоне, став положительным. Костный возраст, к сожалению, вот практически не продвинулся, что, конечно, опять же, смущает в плане пропорции тела, конечного роста и так далее, уже такой возраст. Вот, возможно, ХГЧ и тестостерона не хватало. Стадия полового развития с 1 до 4-й, 5-й, гонады с 3,6 до 7 кубических сантиметров. Это было ниже 2-й перцентиль, но перешел только на 3-й перцентиль. Тестостерон с допубертатных до взрослых мужских значений, ингибин Б с такой, нельзя сказать низкой цифры, но достаточно низкой до более высокой взрослой, антимерзкий гормон снизился. Удалось увеличить объем гонад в 2 раза, тестостерон пубертатный, стадия по развитию достаточно, ингибин увеличился в 1,1 раза, снизился антимерзкий гормон. Ну и последний пациент, вот, у которого диагноз был, собственно, дефицит это поставлен рано, но начал лечиться все равно достаточно поздно. В 15-3 года наблюдали всего год с чем-то. 165 сантиметров был на фоне терапии гормоном роста и так далее, стал 174. Из отрицательного перешел в положительный. Ну, сохранялось небольшое отклонение, допустимое от его целевых значений роста. Костный возраст тоже продвинулся не так существенно, как могли бы ожидать, но здесь, собственно, был год терапии, на полгода продвинулся. Таннер из 1 превратился в 4, объем гоната с 1,5 в 4,5 см кубических, так и остался на 2 пока перцентиле. Тестостерон до мужских значений взрослых, ингибин Б практически с незначительных до взрослых мужских значений, антимерзкий гормон, ну, тут он особо как бы не снизился, сохранялся примерно в одних и тех же цифрах. В итоге, значит, объем гонад все-таки увеличился в 3 раза практически, тестостерон достиг пубертатного уровня, ингибин вырос, антимерзкий гормон снизился. Ну, если посмотреть на графике, вот эти 3 пациента, вот тестостерон взяли с 10-летнего отчета взрослые мужчины, 12,5 и выше. Действительно, все пациенты к концу наблюдения превысили эту цифру, то есть андрогенная функция замещалась достаточно хорошо, хроническим гонадотропином достаточно. Теперь объем гонад. Объем гонад, ну, вот тоже пациенты. Первый пациент, все-таки он имел такой, ну, как бы самую лучшую, наверное, историю, все-таки такой изрядный гипогонадизм, еще обсуждаемый, может быть, вариабельный гипогонадизм, вариантное течение, поэтому у него, конечно, хорошее увеличение объема гонад. Два других пациента имели все-таки увеличение, вот здесь мы взяли 4 мл, это пубертатный объем гонад, да, 4 и выше, все они его преодолели, но все-таки, конечно, это бы достаточно низкий перцентиль объема гонад. Так. И ингибин Б, который, собственно, демонстрирует сперматогенную функцию будущую, собственно, чего пытались добиться, тоже взяли за точку отчета нижнюю границу, так рекомендуемой взрослой нормы, 125 пикограмм на миллилитр. Первый пациент ожидаемо достаточно высоко, но вот и пациент номер 3 тоже достиг достаточно высоких значений, такое умеренное повышение отмечалось. Но все, у третьего пациента, но все преодолели эти 125 пикограмм на миллилитр. Ну и таким образом, короткие выводы, не своевременно у всех начиналась терапия, причины разные, но, наверное, и у других пациентов есть такие же проблемы, потому что диагноз начинаем устанавливать после 14 лет, какое-то время этот процесс занимает, потом обсуждается терапия, поэтому, ну, здесь как бы пациенты, которые имели пангипопитуитаризм, можно было надеяться, что у них, может быть, и раньше можно было поставить такой диагноз. Комбинированная терапия с использованием ХГЧ, рекомбинантного ФСГ, в общем-то, была адекватна и эффективна. С одной стороны, положительный эффект со стороны андроген-зависимых эффектов, рост тела в длину, тестостерон, формирование вторичных половых признаков, концентрация тестостерона в крови. Вот, может быть, не очень понятно, что происходило с костным возрастом, да? Как-то, может быть, он мог бы продвигаться быстрее. И в то же время есть надежда, что есть положительные эффекты на сперматогенную часть, увеличение объема гонад, нарастание ингибина Б, снижение антимерзкого гормона. Ну и, так сказать, все-таки на сегодняшний день необходимо совершенствовать методы диагностики, с этого начинается гипогонадотропного гипогонадизма, так сказать, стараться в более раннем возрасте этот диагноз пациенту верифицировать, соответственно, в свое время начинать терапию гипогонадотропного гипогонадизма. И, конечно, стараться внедрять вот эти комбинированные схемы с использованием препаратов, стимулирующих как андрогенную, так и сперматогенную часть, в надежде на улучшение будущей фертильности у этих пациентов. Это не очень большая группа пациентов, но, ну, и опять же, продолжаем в исследовании набирать пациентов. Если у вас есть пациенты с задержкой полового развития, мальчики, тоже на кафедре их, в общем, с удовольствием ждем. Спасибо.